Я наконец-то возьму на своем бомже первый М1 вообще. Берем молот Тора и... Хопана. Все, я его купил, да. Вот почему именно викинг. Почему вот, ребята, ответ на все это дело. Всем привет, друзья, с вами Биктанкс, и сегодня я записываю видос на бомже, на бомже аккаунте, наконец-то. Ребята, я буду покупать комплект, как вы уже поняли, М1, и это молот Тора, викинга, рикошет, М1, я прям, знаете, у меня прям такая радость в душе, то что я наконец-то возьму на своем бомже первый М1, вообще самое первое вообще, что у меня будет, модификация М1, это вот будет викинга, рикошет, и... Честно говоря, я рад, потому что я ждал этот комплект, но он более-менее неплохой. Да, конечно, можно было вместо рикошета что-то другое, ну, типа смоки, но я, короче, уже прям не могу, уже меня прям нагибают, ну, жестко на этих звонках, и играть с... Вот, видите, у меня диктатор немножко прокачан до М1, и М0 Гаусс тоже под М1 чуть-чуть вкачано, но тяжко, реально, уже комплекты, вас по Жиге, вас по Гауссу, это просто моя мечта, но, к сожалению... К сожалению, пока что такой комплект вообще даже в гараже тупо недоступен, только в магазине я смотрел комплекты. И в итоге у меня был Хори Молот позавчера, да, вроде я хотел записать видос, но не записал, потому что, ну, Хорнет классный корпус, вообще я с овердрайвом просто мой один из самых любимых, и даже самый любимый. И молот, блин, я ненавижу М1, именно модификацию молота, я дождался, и вот, все, пойдет, такой комплект я хочу, у меня есть кристаллы на него, все, я его беру, и, ребят, прямо сейчас лепите лайкос, что если мы наберем 3000 лайков под этим видосом, и я пройду полностью новый челлендж, который завтра начинается, полностью на бомже, без всякого доната, просто весь челлендж пройду и получу там XT, титан вроде, да, будет титан XT у нас, ну, или супрайм не получу, потому что это уже золотая цепочка, но зато много контейнеров, красок будет, припасов вообще нереально зыбит, прием, все дела, и, короче, вот, чисто вот из-за этого, напишите, стоит или не стоит, и поставьте 3000 лайков, если хотите, вот, как только наберется, я сразу пойму, все, надо набивать и пойду, вот, вообще буду на мульте, так что следите за каналом, вообще просто самый первый, видите, вообще классный видос с получением всего-всего, что будет в новом челлендже. Вот, ну и сегодня мы откроем еще контейнер, у меня завалялся, так, давайте мы, в принципе, начнем с чего, давайте начнем с контейнера, у меня есть, даже два контейнера, нифига себе, слушайте, это с челленджа, наверное, насыпало, офигеть, так, двойная защита, ну такой, лучше ДДшки, ну пойдет, может кристаллы, мины, блин, нет, тут что за такое, вообще припасы, просто припасов еще таких себе не очень накидал, но, ладно, уже жаловаться не буду, давайте все, покупаем комплект, друзья, берем молот Тора, и... Хопана. Все, я его купил. Да, просто М1. Первый. У меня еще 3000 кристаллов. Так, чтобы вкачать, викинг или рикошет? Я думаю, что лучше вкачать викинг, потому что я, наверное, буду с Гауссом часто играть. Мне просто рикошет, ну, такой если заходит. Поэтому я буду качать викинг. Вот так потихоньку, по шажочку. Это реально нормально. Без ускорения. И вот так вот буду потихоньку качать, заходить каждый день. И, в принципе, я думаю, я его выкачу. И вообще просто у меня будет офигенный танк. Прикиньте, на бомже. Вообще прям прокачая нереально круто танки. Еще, может, с контейнеров вот этих, с челленджа нового. Если 3000 лайков наберете, то я пройду и... Опа-на, ребят, загрузился я на сандал. Опа, уже комплект вижу, М1. Ничего себе, кстати, с фризом. Ну, я как-то думал покупать, не покупать, нужно было брать. Все-таки фриз получше рикошета, как по мне. Можно было в джаггер... Ого, меня чуть не ваншотнули. Можно было в джаггер заходить. Так, но зато я люблю то, что вот на рикошете есть вот такой вот рикошет. Да, свойство рикошет. На рикошете есть рикошет. Вот, и это, ну, это решает, в принципе. Правда, шарики так медленно летят. Вот если бы вот просто моя мечта, это... купить Гаусс М1 комплект. Ну просто в гараже его нет и никогда не будет, потому что там я смотрел комплект, там прочерки стоят, все. Не, может когда-то потом добавят, но сейчас нет, и это печально. Я так хочу Гаусс, он прям для меня такой родненький. И сейчас вот я придаю свой Гаусс. Вот, потому что катаюсь с рикошетом. Это пипец, сейчас я думаю, блин, сейчас испугался, то что Риса по мне стреляла. Думал, сейчас еще за ней, за этой рисой еще одна полетит, потому что я привык, что на легендах обычно все играют с устройством, которое быстро перезаряжается, ну там меньше урона наносит на Рисе, но зато перезарядка чу, сразу же, мгновенная, считай. Вот, и я прям ждал еще одну рису, а оказывается нет. Это мульты, я забыл, что еще недоступно это дело пацанам, но ничего. О, 6-0, слушайте, затестим, посмотрим, что вообще делать. Некачанный вообще абсолютно комплект Викарик М1, я не знаю, посмотрим. Ой-ой-ой, сейчас меня будет просто фигать. Ну посмотрите, ну огнемет, вот у него 2300 GS. А у меня даже больше, чем у него, нифига себе. А как так-то? Короче, тут тоже нубики, блин, но это меня радует. Это меня радует, потому что я вообще нубас. Опа, бомба раз, бомба два. Да, две пипикалки я услышал.
Две мина, добить. Блин, аптека нет. У меня тоже аптека есть. Перестрелки. Ой, все понятно. Я помер. Все, кирдык, смотрите. Справа огнемет. Просто тут две воспожиги катаются и разносят всех. Блин, мне бы тоже воспожигу или... Или бы хори фриз, я не знаю, такой есть. Или хори жигу. Короче, с хорн там что-то. И было бы классно, конечно. Но, к сожалению, такого комплекта нет. Но викарик я очень часто... Опа. Вот почему именно викинг. Почему, вот, ребята, ответ на все это дело. Вот почему викинг. Вот почему. Посмотрите, какая имба. Я просто сделал... Сколько? Раз, два, три. Три кило, да? Три кило где-то сделал, получается. Я, ну, вообще классно. Супер, так, это что, страйкер или что это? Ой-ой-ой. Бабах. Баба-бабах. Баба-баба-баба-бабах. Так, надо оверку просто чекать, если что забирать. Потому что, мне кажется, вот именно на этой карте и именно вот на бомже, именно с этим корпусом. Оверка. Вот именно нужна оверка. Блин, а у меня нет. У меня все кирдык. У меня хана. Он сейчас поставит бомбу еще. Да, все ясно. У него тактика галактик. Все, не судьба. И этот чувак забирает. А может его убьют? Нет, он забрал. Блин. Ну, придется копить снова. Ну, на викинге дольше копится это дело. Придется дольше. Вот, блин, капец, конечно. Ты куда? Убегу. Ой, я выжил. Я выжил. У меня урона прошло нормально, так, но я выжил. Так, броня. Да капец, огнеметы, вы чё? Так, моя задача каким-то образом собраться и наказать этих донатерских огнеметов, потому что воспожига это с комплекта с магазина. Мы-то знаем, что это с магазинчика. Вот, и нам нужно наказать этих донатеров, как я такой прям бомжара, буду сейчас наказывать их. И надеюсь, у меня это получится. Хотя, может, не получится, потому что что-то я в себя сильно поверил. Вот тут чуваки тоже с припасами. Не знаю, может, они там донатили, но мне вообще все выпало с контейнера. Опа, на викинг. Включил овердрайв. Я постою лучше тут, подожди, все нормально. Давай, там стреляй. Оп, а я сейчас выезжаю такой. Хопа-на, здрасте. Здрасте. Самый борзаник. Неплохо. Так, ну я уже на втором месте. Так, мне нужно всяких вот таких чувачков добивать. Опа, мина. Пацаны. Опа, на 0 хп. Блин, добили все-таки. Так, оверка не падает, все нормально. У меня сейчас будет овердрайв. Так, меня можно слить? Меня можете слить. В принципе, да. Опа, мину еще взорвал. Красава, братан, ты вообще лучше. Все. Сейчас главное не протупить. Сейчас меня сливают. Я просто респлюсь, включаю ДД, заезжаю куда-то в центр, прям в где все, прям все творится, все события. Вот, и просто включаю и всех убиваю. Так, понятно. Сейчас будет так. Все, я могу включать, в принципе. Так, раз, один. Так, еще один, да? Еще один. Еще. Не достреливаю. Блин, всего двоих убил. Капец, это вообще печаль. Или троих я убил. Двоих убил. Нет, троих убил. Нормально. Ну, пойдет, такс. Добиваем. Еще, опа, успел, первое место. Так, интересно, я смогу продержать этот вот прям пьедестал. Есть, 25 киллов. Я сейчас закончу битву. Фига себе. Слушайте, у меня даже лучше, вот именно М1 лучше, чем на Гауссе я играл, потому что Гаусс не так качан. О, все, хана. О, я успел. Смотрите, справа, вот я просто поглядываю очень часто, и постоянно огнеметы всех дамажат. Так, ну я обогнал его на 3, и у меня, я 5 раз всего сдох. Как у меня так получается? А, ну они ж на васпиках, во-первых, да? Блин, я всего 5 раз сдох, вот это жесть. Просто бомжара зашел и всех наказал. В этой битве просто лайк, пацаны, за это рубило. Все, 2 килла мне осталось, и я заканчиваю данную супер жесткую битву. Все, минутка, 2 килла, чувак меня уже точно не обгонит. Ах, вот он, кстати, вот он, привет. А ну-ка, подожди, можно я тебя... Понял, он меня сейчас взорвет. Блин, 2 килла ему. Так, все, не расслабляемся, то я, как всегда, расслабляюсь под конец. Вот просто реально, ребят, закончите, и потом уже все, тогда уже думайте, что все нормально, вы победили. Все, 30 к 7, первое место, 144 кристаллика, ясно, понятно. Все понятно, с одного контейнера проще заданки выполнять, челлендж выполнять и больше кристаллов, чем просто с битв будет, вот, поэтому. Что у нас там в гараже в итоге? У меня 880 кристаллов, я... так, ну тут я не буду ничего прокачивать. Можно, конечно, рикошет, бесплатный шаг сделать, да, пускай... Так, это что? Я прокачал Гаусс. Я Гаусс качнул, блин, или... Стоп, что я вообще качнул? Короче, я что-то непонятно качнул. Все, качаю рикошет один шаг, не буду ускорять, пускай качается, через 29 минут зайду, ускорю, вот, поэтому все. Ребят, спасибо всем за просмотр, лепите лайкос, подписывайтесь на канал, если вам понравился видос. Ну а с вами был Big Tanks, всем удачи, всем пока, друзья.